хорошо, что есть такие особые дни, когда детям дарят подарки. Даже тем, которые еще не появились на свет. А если подарков не просто много, а очень много, то это целый дождь подарков для ребенка. Поэтому такой праздник для будущих мам так и называется – Baby Shower – младенческий дождь. Скажите, что ждет гостей фестиваля будущих мам? Мы надеемся, что каждая мама здесь найдет вдохновение. Именно для этого мы создали этот фестиваль. Здесь будет много очень интересных и полезных лекций. Здесь будет ярмарка, демонстрационная зона. Мамы все получат очень много подарков от наших партнеров. Также будут мастер-классы для деток. Есть чудесная фотозона. Много-много всего-всего интересного, вдохновляющего и дарящего, украшающего материнство. Да, действительно, в этот день будущих мам буквально поливают подарками. Эта традиция пришла к нам из Америки и уже очень популярна в Европе. Я очень рада побывать здесь. Я первый раз вообще нахожусь на таком мероприятии. Мне очень здесь нравится. Очень много позитивных эмоций. И надеюсь получить много полезных и приятных подарков для себя и для своего будущего малыша. Нам дали много кремчиков пользоваться, ухаживать за кожей, за волосами. Вот, какие-то даже вкусные подарки там были, печеньки. Получила очень классную книгу в подарок. Надеюсь, она мне пригодится и в нынешнем состоянии, и в будущем. Фестиваль будущих мам поддержал благотворительный фонд Объединения мировых культур, который провел флешмоб в поддержку детей-инвалидов. Наша акция называется «Чужих детей не бывает». В рамках этой акции все мамочки и детки обводили свои ладони на плакате в знак поддержки детей с ограниченными возможностями. Наш фонд Объединения мировых культур за то, чтобы не было ограничений в общении детей всего мира. Я считаю, что такая акция может помочь детям с ограниченными возможностями, понять, что они не одни и что у них всегда есть поддержка. Всем детям просто необходимо ощущать поддержку мамы. И так важно, чтобы мама как можно чаще получала позитивные эмоции. Нам очень нравится такой праздник, нам нравятся все мероприятия, которые проводятся для мам и для детей. И очень доченьке тоже нравится принимать в этом участие. Очень-очень много впечатлений, очень много эмоций. Участвовала в показе мод, была в красивом платьечке. Классные эмоции, очень приятная атмосфера, уютная, комфортная. Хотелось бы почаще бывать на таких мероприятиях. Я считаю, что нужно устраивать такие праздники, очень полезно, очень много интересной информации. Праздник замечательный, мне кажется, что он прошел очень хорошо. И я считаю, что побольше бы таких праздников. Пусть в жизни всегда будет место праздникам. И пусть всегда будут дети.